За 3 года, начиная с 2018-го, почти 50 тысяч километров отремонтировано и построено дорог в российских регионах. В текущем году работа идет по графику. К середине октября в целом по стране выполнение запланированных объемов работ превысило 83%. В Оренбургской области эта цифра еще выше. Готовность дорожных объектов, которые ремонтируются в рамках БКД, вплотную приблизилась к 100%. По словам руководителя Росавтодора Романа Новикова, в текущем году акцент будет сделан на ремонте самых важных для региона дорог. Мы сформировали опорную сеть автомобильных дорог Российской Федерации. И цель этого мероприятия такова, чтобы качественный подход к нормативному состоянию федеральных автомобильных дорог и региональных автомобильных дорог, он был един, единый концепт, единый подход, что позволило бы нам создать единый каркас транспортный, который соединит между собой все основные точки транспортного спроса на территории Российской Федерации. Еще одно новшество нацпроекта – выделение в его структуре отдельной мостовой программы. Она предполагает ремонт и реконструкцию искусственных сооружений. Общая стратегия в этом направлении такова. На отремонтированной дороге не должно оставаться требующих ремонта мостов. Сегодня в стране их насчитывается более 42 тысяч. Половина нуждается в срочном ремонте, более 500 находятся в аварийном состоянии. В 2022 году предстоит обновить более 100 тысяч метров искусственных сооружений. На эти цели регионы должны направлять не менее половины от всех выделяемых им в рамках нацпроекта средств. А при ремонте дорог обеспечивать в первую очередь доступность социальных объектов. Дорога, она не ради дороги. Дорога, она в первую очередь ради граждан, ради пользователей этих автомобильных дорог. И применительно к агломерациям это детские, дошкольные учреждения, это школы. Поэтому эти места должны быть в первую очередь обустроены с точки зрения качества дорожного покрытия и элементов обустройства дорог. Это пешеходные переходы, это освещение, это барьерка, это разметка и так далее и тому подобное, потому что это крайне важные аспекты, которые достаточно существенно влияют на безопасность дорожного движения. Оренбуржье в этом году отремонтирует в общей сложности 750 километров дорог – федеральных, региональных и муниципальных. Такие объемы сопоставимы с теми, что были в советское время. Это стало возможным благодаря постоянному росту финансирования. Общие дорожные расходы в текущем году превышают уже 21 миллиард рублей. Что стоит за этими цифрами? За этими цифрами стоят те дороги, которые связывают наши населенные пункты. Те дороги, которые мы ремонтируем, те дороги, которые мы строим новые, те мостовые сооружения и мосты, которые мы строим. Поэтому, конечно же, для жителей Оренбургской области это очень важный и значимый проект. Оренбургская область – один из очень успешных игроков в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Те задачи, которые мы перед собой ставим, они ежегодно выполняются именно в тех объемах и, пожалуй, ежегодно с превышением. Так что здесь мы, в общем, смело смотрим в глаза своим коллегам. Тем временем дорожный ремонт в Оренбурге еще не завершен. Все работы и на городских дорогах, и на региональных трассах находятся в финальной стадии. В областном центре основными незавершенными объектами являются улицы Постникова и Володарского. Они проходят капитальный ремонт. Работы должны закончиться в ноябре. Ольга Энгельс, Антон Полянский. Новости дня.